Я вас приветствую, уважаемые друзья. Вашему вниманию предоставляется очередной блок питания для тату-оборудования. Значит, кнопка включения. Включаем, он готов к работе. Подключен мультиметр, показывает нам 30 вольт. Вот. Мы регулировку, соответственно, уменьшаем. Один потенциометр – это ток, А. И В – это вольтаж. Вот он в нулевом положении находится. Регулировка идет вольтажа. Вот, мы плавно регулируем. Он постепенно нарастает. Вот. Затем к этим параметрам добавляем еще и ток. Вот. И выходим вот на такую вот позицию. Это напряжение. Относительно тока. Значит, переключаем параметры нашего мультиметра. Положение для измерения тока. Вот, подключаем нагрузку. Нагрузка не слабая. Это лампочка на 60 ватт. Вот. И 24 вольта. Значит, вот таким вот образом подключаем мы лампочку для того, чтобы увидеть. Вот, искра произошла. 2,5 ампера. Вот, четко видно показатель. Искра при включении говорит о том, что здесь порядка 3 и более ампер. Вот. Ну, соответственно, можно было еще показать регулировку, но я думаю, этого будет достаточно, чтобы это оборудование работало надежно. Звоните, обращайтесь, определяйтесь. Телефон 050-54-54-173. Александр, до новых встреч.